здесь станет черная, потому что здесь двойка. Ну вот, раз, два. Здесь должно быть черное, и здесь черное, чтобы двойка получилась. Дальше. Десятка. Это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все вот эти подряд. То есть здесь белое. Дальше. 13. Так как здесь черный, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все вот эти белые. Дальше. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И здесь точка 11. И чтобы здесь прикрыть, мы ставим черный. И черный. И по автоматике. Да, и по автоматике. Здесь и вот здесь. Дальше. Как получить четвертую, если здесь черная? Это раз, два, три, четыре. То есть вот здесь тоже черная точка. Ой, то есть белая. Да. Дальше. Сейчас. Давайте десятку проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть либо здесь, либо здесь белая. А, да, если белое вверху, то получается 11, то есть верхнюю мы перекрываем. И по автомату вот здесь. Привет, мне очень не нравится вот этот ваш сленг по автомату. Не надо только вверх. Замечательно. 6 мы получаем. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь 6. На Е3 поставила белое. Где? Е3. Е3? А автоматически ставится? Автоматически. Понятно. Так, берите это слово автоматически. Своей речи. Рядом с черным блоком ставится белый. Отлично. А где советуете посмотреть на И-6? И-6 на двойку, да? И как на И? Вот это? На пятерку посмотри более. На четверку. Лучше на четверку. Займи, что нельзя поставить на И. Нет, именно на пятерку. Нет. Нет, на пятерку лучше, потому что у меня пятерка уже готова. У пятерки все занято уже, Коля. Пятерка уже готова. Давай закрой. Закрой пятерку. Что? И пять. Закрой. Вот это, да. Это и еще что-то. И Е5. И Е5. Да, Е5. Вот это тоже закрой. Ну да. Вот так. То есть раз, два, три, четыре. И четвертый получается вот это. Раз, два, три, четыре. То есть вот здесь закрывается в течение четверки. Поставь вокруг черный белый. Здесь и вот здесь. Как получается? Ну, не двойка получается, но мы здесь ставим. Дальше получается, что здесь черный стоит. Чтобы двойка получилась. И задаем Е. Шестерка. А, шестерка, да. Уже шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Тогда здесь закрывается. И другую пятерку посмотри. И G1 тогда. И G1 тогда ставь. Что? Ставь. Белое. Ставь. Да, все хорошо. И вот черный. Да, вот это. Жади. Вот вам ваша точка. Еще возьмем, посмотри. Ой, ради бога. Как семерка получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, вот это все. Белое. Да, восьмерка. И восьмерка это получается 4 и 5, 6, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, здесь закрывается. Все, так.